В Германии сразу в нескольких городах прошли масштабные антитеррористические рейды. В операции были задействованы более 200 сотрудников силовых ведомств. Задержаны 11 человек. Все они так или иначе имели связи с радикальными организациями исламистов. Троих подозревают в сговоре с целью совершения крупных терактов. Сообщается, что у них изъята взрывчатка и огнестрельное оружие, а также грузовой автомобиль, который, по данным полиции, они собирались использовать при нападении, чтобы увеличить число потенциальных жертв.